Приблизившись к Дзоту, я крикнул: «За Родину! За Сталина! За честь и славу советского и армянского народа! Вперед!» И бросил несколько гранат в Дзот. Пулемет на время замолк, но вновь заработал. Не раздумывая ни минуты, я закрыл своим телом амбразуру Дзота. Высота была взята, но сам Сурен Аракелян погиб смертью героя. Герой Советского Союза Сурен Сымбатович Аракелян. Вечная слава вечно живым!